давайте все-таки подвинем вторую часть к себе. И вот она, вторая часть. Она выглядит как обычная подставка под аквариум, но на самом деле тут не все так просто. Тут есть секретная кнопка, которая открывает дверцу. Сейчас мы ее с вами найдем. И вот на свету можно увидеть, что вот она. Давайте же на нее нажмем. Раз, и все. Вот у нас открывается тут дверка. Смотрите, ребята, это такой как бы секретный сейф. Тут все сделано без механизмов, то есть вы его можете собрать вообще в легкую. И, конечно же, я покажу как. Его я решил сделать под аквариум, чтобы, ну, вы могли там прятать все, что захотели. То есть, правда, когда он стоит сверху, даже не поймешь, что тут можно что-то спрятать. Такое чувство, что это просто как стол, где стоит аквариум. Я считаю, что это очень крутая задумка. И давайте же все-таки разберемся, как это все у нас собрать. Итак, ребята, для начала, как обычно, нам потребуется вот такая вот плиточка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть 6 на 10. Также берем вот такие вот у нас гладкие детали. Тут у нас 3, 4 на 1. 2 получается, ну, где-то, наверное, 5 на 1 или 6 на 1 получается. Вот. И 2 на 2. Как же мы собираем? Мы берем вот эту плиточку, прикрепляем в самом конце 4 на 1, 2, которые подлиннее, прикрепляем вот сюда одну по центру и другую с другой стороны. Все. Эти мы крепим вот сюда и сюда. И последний штрих. Ее крепим вот сюда. Это место для нашего механизма, чтобы поверхность была гладкая, ни за что не зацеплялась и все хорошо выезжало. Вот тут вы можете посмотреть, как это все выглядит. Можете поставить на паузу, чтобы не забыть. Теперь будем приступать ко второму шагу. Второй шаг, нам потребуются уже детальки для стенок. Для начала мы берем детальку 6 на 1 и ставим ее вот сюда, то есть перед этим квадратиком. Далее мы берем 2 на 2, ставим вот сюда, продолжая вот эту вот стенку. Также у меня тут 1 на 1, ставим его сюда. Можно сразу поставить 3 на 1, просто у меня не было, поэтому я заменил вот этими двумя детальками. И ставим 6 на 1 вот сюда. И также с обратной стороны, то есть особо тут ничего не меняется. Только я решил поставить сюда 1 на 1, чтобы конструкция была, ну, крепче. Вот, ставим сюда и вот сюда. Так, почти готово. Осталось две детальки. Нужно заполнить еще вот это вот пространство. Ставим 4 на 1 вот сюда. И с другой стороны также 4 на 1. Давайте ближе посмотрим. То есть у нас должна после, как мы поставим брики, остаться только гладкая поверхность. Тут вы можете поставить на паузу и посмотреть, если что непонятно. Потому что, ну, я понимаю, что при черном цвете видно не так хорошо. Давайте же приступать к третьему шагу. Подбираем дальше детальки. Также берем детальку 6 на 1, ставим ее сначала нашего гладкого пола. Дальше берем вот такой вот плотный брик 4 на 2 и ставим его вот сюда. То есть тут нужно быть аккуратным, чтобы все сделать правильно. Тут мы берем или брик 2 на 1, или вот как у меня, 2 брика 1 на 1. Вот, просто у меня черных деталек не так много, поэтому я старался находить замену, чтобы это все равно выглядело незаметным. Вот, также берем брик 4 на 2, ставим его вот сюда
И ставим также 6 на 1. Но это еще не все. Также нам потребуется вот таких вот два брика. Не обязательно белых, можно черных. Просто я решил сделать их белыми, потому что все равно снаружи этого видно не будет, а так это, ну, все равно как бы выделяется, и вам будет легче определить, что куда ставить. Вот. Так, второй, можно сказать, если назвать это этажом, он уже будет готов. Второй этап мы завершили. Теперь переходим к третьему. Приступаем к третьему этапу. Он будет последним таким достаточно сложным, дальше будет гораздо легче. Так, мы берем вот брик 1 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть, вот, можно тут посмотреть. У нас идет брик, и сверху мы прикрепили вот такие вот плиточки. Это обязательное, ребят, условие. То есть, мы их прикрепляем и ставим вот так вот. Все, с этой стороны прямо сначала мы поставили. Теперь берем вторую сторону. Вторая сторона у меня тоже уже подготовлена. Берем вот такой же брик, ставим вот сюда плиточку 1 на 6, и тут еще одна плиточка 2 на 2, но тут мы еще ставим вот такой вот брик 2 на 1. Ставится он также сначала, вот, секундочку, извиняюсь, чуть-чуть не попал. Вот так вот мы, опа, скрепляем и ставим вот сюда. Все, отлично, пока все у нас с вами получается. Так, тут тоже у нас беленький брик, сверху 2 на 1, ставим его с противоположной стороны. То есть пока что конструкция выглядит вот так вот. Если что, не забывайте ставить паузу и смотрите, где что как сделано. Так, также мы берем вот такую вот плиточку 2 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 на 6. И снизу у меня вот с каждой начала плиточки прикреплен брик 2 на 1. Ну и тут посередине большой брик. Он идет 2, получается, на 4. Все. На свету это выглядит вот так вот. Запоминайте, ставьте паузу, чтобы не потерять. И прикрепляем мы его вот сюда. Все. То есть почти конструкция уже готова. И беру последнюю детальку. Также 4 на 1 снизу брик. Все как обычно. И ставлю его вот сюда. Все. Основание у нас почти готово. То есть осталось сделать только крышу. И, конечно же, саму конструкцию, кнопочку там и все остальное я вам, само собой, покажу. Так, переходим к крыше. Крыша совсем несложная. Сейчас я вам ее покажу. Вот так вот она выглядит на свету. То есть, на самом деле, тут надо будет сверху сделать всего лишь два слоя. Именно вот таких обычных еще плиточек. То есть у нас вот тут уже прикреплен слой, и нам нужно еще будет два. Тут я сделал гладкую просто для красоты. Вы можете ее не делать. Самое главное — сделать вот таких вот еще два слоя. Дальше вам будет понятно, для чего. Тут я просто сверху ставлю. То есть вот видите, место для квадрата у нас осталось, остальное все у нас с вами, опа, 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 закрывается. Так, так, со всех сторон сейчас посмотрим. Все, вроде крепко сделал. То есть все, сама наша коробочка готова. Осталось сделать ключ и сам вот этот мини-склад, куда вы можете складывать все, что захотите. Давайте пока что уберем в сторону и перейдем к остальным сборкам. А вот и наши последние виновники торжества.
Это сама кнопочка. Делается она достаточно несложно. Мы берем вот такой вот скос 2 на 4. Также берем с вами вот такой вот брик 2 на 2. Сверху прикрепляем плиточку 2 на 2 и ставим на этот скос. Все, наша кнопка готова. Кнопочку мы пока что уберем. Как делается ключик? Ключик делается тоже достаточно просто. Давайте его прям при вас разберу и покажу, как же его собрать. Тут ничего сложного нет. Мы берем вот такую вот плиточку 2 на 4, берем гладкую штучку 2 на 1, ставим ее сюда. Вот такой вот скос, он как бы идет 2 на 1, но сами понимаете, что в общем это будет снизу как 2 на 4. И ставим его вот так вот, чтобы скос и наша гладкая деталька шли как бы вместе. И ставим любой совершенно брик, просто 2 на 2, и можно черного цвета, если у вас будет хватать. Я решил вот такого белого. Убираем в сторону. Тут у нас тоже ничего сложного нету. Давайте стеночки я пока что уберу вот в эту сторону и покажу, как выглядит сама конструкция. То есть смотрите, у нас тут просто два слоя плиточек. Вы можете их собрать как вам будет угодно. Главное, чтобы, смотрите, ребята, давайте это тоже уберем и посчитаем, сколько надо, чтобы у вас тут было место. То есть 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. То есть 4 на 5. Вот. Ну, тут это собрать на самом деле несложно. Тут можно посмотреть вот на свету, как выглядит. Давайте вот покажу тут. И вот так вот. То есть, надеюсь, вам, ребята, все будет понятно. Если что, спрашивайте в комментариях. Так, ставим вот сюда гладкую детальку, вот сюда и вот сюда. То есть, центр заполняем гладкими детальками и стенки ставим по бокам. Стенка делается тоже достаточно просто. Просто два брика 4 на 1 и сверху гладкая деталь 4 на 1. Беленькую я ставлю вот сюда и черненькую с этой стороны. Это, если что, не обращайте внимания, это не обязательно. Просто говорю, черных деталек у меня было не так много, поэтому я решил поставить ее сюда, чтобы это было незаметно. Все, то есть наш мини-склад у нас готов. Итак, давайте я вам покажу, где что должно стоять. Мы берем сначала нашу коробочку. Тут из-за того, что внутри темно, не видно, мы ее просто в дырочку там просовываем, вот, то есть беленькая, видите, там чуть-чуть видно, мы ее просовываем и сверху надеваем кнопочку. Она спокойно влезает, так, мы ее вот так вот пальцем подправляем, все. И вот этой белой стороной, чтобы, ну, соответственно, у нас не болилось, мы вставляем вот сюда. И все у нас с вами, все, ребята, готово. Кнопку нажимаем, это выдвигается, и туда вы можете положить все, что захотите. Итак, ребята, спасибо вам большое за просмотр, правда, за то, что поддерживаете, помогаете. Я думаю, что с каждым видео я буду стараться все больше, речь будет становиться все лучше, и уверенность в себе будет обязательно ко мне все больше приходить. Спасибо вам за поддержку, всем пока!